Я уже включился. Вот так. Тестуемся вот так. Хорошо. Давай, Виталик, ролик отснимем, потом ты пойдешь. Чтоб ты был у меня. Говорится, опача, всем привет. Что? Подавай мне, Виталик, коньяк. Вернее, не коньяк, а бренди прикарпатский. Слушай, я когда-то делаю обзорчик на этот коньячок. Но его удалил потом. Что хочу сказать, бутылка в форме колокола. Акцизик присутствует. Давай, Виталий, ты хочешь? Да. Давай, до девок, да? Нет, Саня приехал. Саня, да? Бутылка. Завтра я еще буду, так что пересекаемся мне завтра. Я понял, ну позвонишь мне тогда. Все. Бутылка в форме колокола. Прикарпатский, ну сделан в Украине, я так понимаю, если прикарпатский. 40 оборотов. Бутылка 0,5. Бутылка старинная, короче. Да. Этот, снизу такие выдавленные какие-то фигнюшки. Так что, ну, неплохая такой. Под старину сделана бутылочка и все остальное. Ну что, будем срывать наш акцизик. Акцизик срывается хорошо. Вот видите, граждане. Будем наливать, дегустировать. Решил я чисто выступить по коньячку в последнее время. Вот это водочка и водочка. Приобрел я еще такой коньячок хороший, Таврия. Хорошо. Ну, Алекс, мы сегодня продегустировали уже, но я думаю, нюхнуть наш коньяк, вернее, наша бренди. Пахнет очень хорошо пахнет. Акцизик этот сорву, это лишнее. Закусочку я добавил немножко, так осталось без. Коньячки я докурю, новый курю сейчас. Что-то водички в охоту мало, да? Ну что, будем пробовать наш коньяк. У нас не кальяна курение, у нас алкогольный канал. Давайте выпивать. Что, ребятки, давайте за вас. Хороший вкус, хорошо зашел, очень хорошо зашел. Сегодня у меня уже выкладывается ролик с коньяком Алекс, плюс я выложу еще коньячок, этот, позже этот, попробую эту дырку. С утра выкину я бренди, вот это, а ночью выйдет Алекса, с утра выкину бренди, а подню мы оценим видосик на Алекса, говорится. Ну что, будем наливать по второй, хорошо зашел коньячок, хорошо прогревает, я уже, правда, под Алексом немножко бренди бахну. Хорошо, что, давайте, ребят, почти не знаю, хорошо в камеру видно то оператор, что меня покинул, Виталий. Вот он за ним машина приехал просто. Что, давайте, ребятки, за вас, за нас, как говорится, за наш канал. Чтобы мы так культурно сидели, отдыхали, выпивали. Давайте. С лимончика вообще бомба. То, что надо. Сырком возьму, закушу. Колбаска. Нарезочка, то, что надо. То, что надо. Сами много начали. Алкашу надо. Какой алкаш? Завтра разберусь с кальяном, потому что там опять начало делаться. Так что, такие дела. Хорошая колбаска. Вот такие у меня две колбаски.
сырок такой квадратиками. Хорошо. Смотрите, я вердикт. Бринги, я помню тогда его кавунчик был у меня. Этот бренди. Аджинчика, шашлычок, хороший видосик. Я жалко, конечно, что я удалил. Там я удалил его по семейным обстоятельствам немножко. Из-за своей немножко несдержанности. Поскольку я приношу свои извинения. Бывали иногда несдержанные немножко. Это мой, конечно, большой минус. Так что закину этот видосик. На пивко, которое я сделал переобзор, это будет ахтырская гидра. И будет Тетерева тоже гидра. И, кстати, проверю опять же сидр. То, что мне понравилось. Ахтырское мне понравилось пиво, сидр мне понравился. И понравилось мне Тетерева пиво обычное. Вишня мне, ну нормально, но все равно. Вишню я нашел в бутылках, вишню я нашел в литрах я недавно. Я думал, только оно в баночках. И есть. Коньячок работает, кажется. Хорошо, давайте, ребятки. То, что надо. Хорошо. Косточка попалась. Косточка это херня. Там, кто там сидит, там что-то рассказывает, сказки, бабаски и все остальное. Ну что мне рассказывали? Что и много интересно. Ну, говорится. Сейчас зима. И да, и в принципе мы начали, как бы осенью канал появился недавно. Что в основном как бы летних роликов мало было у нас. Ну, я удалил, потом был один. Тоже зимний этот на речке очень хорошо. Насчет сала, да, да, я согласен, сальца пожарить хорошо, у меня шампурики есть хорошие, у меня все есть для этого. Ну, увы, как говорится, получилось в том, что в чем проблема. Мы ненадолго ходили, это часок, по реке Сейм. К сожалению, у нас не получилось, как говорится, этот. Вот такие дела. Ну что, еще полтишок дам. Завтра что-то, может, по кулинарии приготовим. Я хочу приготовить. Сегодня новую сковороду себе купил, пиздатую. Нас же хотел взять, но нас же не стал брать. Дождусь эксперта, который в этом разбирается. Ножи хорошие, но пока я не знаю. Я в них просто не разбираюсь. Я знаю, что ножи Самура очень хорошие. Не пошел кальянчик немножко чуть. Кальян нет. Я хотел на чай сделать. Завтра сделаю на чай. Когда буду пить коньяк Таврия. Но... Добавлю лимона немножко. Мяты хочу добавить, там еще что-то интересное. Но пока мы на воде, потому что снималось быстро. Но на молоке пизда так и ничего. Я просто взял куск киви. Молоко хорошо с кофе и шоколадом. На молоке заряжаешь, я прям... Какой коньяк ты добрал? Ух, не помню, какой коньяк брал. Но коньяк очень популярный, раньше пил. Чтоб я вспомнил тот коньяк. Как ты был? Что такое? Я не помню, честно, не помню, что за коньяк. Давайте, ребятки. Оценочку забыл стоять, да? О! 10-бальной шкале этому бренди.
Я хочу, хочу поставить 9 баллов, да. Это очень хороший брендер. Цена его 113 рублей. Это нормальные, хорошие деньги. За 0,5 бренди, который очень хорошо заходит, очень хорошо, солидно выглядит. Можно на стол эту бутылочку поставить. Мне чем-то даже Шустал напоминает коньяк. Скоро мы льва уберем здесь. Заставим все в коньяком там. Остатками или новыми. Что-то я решил в этот раз, хотелось так сделать одно видео, хотелось другие видео сделать, по водке работать. Потом так подумал, жахну я по коньячку. Хотел текилку взять, потом думаю, нет. Пройдусь по коньячку немножко, потом пойдемся. По виски, виски я, честно говоря, не сильно любитель. Ну, сделаем вискаля немножко. Будем пробовать все, будем все дегустировать. Наш канал. Нас никто не спонсирует, мы все покупаем за свой счет. Также там похуй, там мало просмотров, там много просмотров, нет у нас рекламы. Там. Ну, некоторые добрые люди, спасибо, дай бог им здоровья. Нам засылают подарки. Им это нравится. И все остальное. Мне говорится. Один гражданин мне говорил, что ты не укажешь свой киви кошелек. Киви кошелек там или там еще что-то. Я не хочу указывать, потому что как бы я не хочу никого ничего просить. Я как я сказал, не говорю. Если кто-то попросит что-то прорекламировать, ради бога, да, без проблем прорекламирую. За небольшую денежную сумму, говорится, все как положено. Но. Киви кошелек, чтобы он кто-то что-то скинул, как бы и все остальное. Я не хочу этого. Я могу себе позволить купить их в шоу. У меня квартира есть, у меня есть ремонт. Квартира, студия, кажется. Есть ремонт, есть все в полу. В чем проблема? Так что давайте, ребятки. Не знаю, что уже подпил, короче. Ну, второй обзорчик уже. Ты этого бокальчик пивка выпил, конечно. Второй обзорчик. Первый был коньяк Алекс. Второй коньяк я зарядил, кстати. Вот такой коньяк. Коньячок был у меня. На обзор сейчас решил по бренде выступить. Хорошо. Ух. Разорился. Я думаю, зато кайф подавать. Сейчас, секундочку. Последний раз кальян курил в 15 году. А до этого я кальян курил каждый день. Я не курил сигареты, я пью пивко. Пью, сидел, ты брал пару бутылок пива, сидел, пью пиво, короче. Курил кальян. Кальян очень хорошо отношусь к сигарам. Я сегодня сигары купить, но не получилось. Купил киви сигары. И буду на следующем обзоре пить коньячок с сигарками, как говорится. Так что это будет очень хорошо, это будет очень рано. Я, правда, конечно, сигары раньше курил, часто было дело. Но не, честно сказать, там дорогие сигары, я не курил толком. В этом деле не очень, как говорится, очень сильный. Что давайте жахнем. Давайте, ребятки, за вас. Чтобы все были живы, здоровы. Чтобы меня смотрели. Чтобы вам нравился мой контент. Как говорится. И чтобы всегда все было хорошо. Что я вспотел немножко, конечно. Ну, постараюсь, традиции не ставят. Рюмочку сейчас он еще в одну бахну. Ну, тут примочек.
Лимончик кисленький. Цедр дает по вкусу. Конечно же, сильно. Да, блядь, упала. Ну, похуй. А так как мне очень хорошо зашел, кислый собака. Аж у вас сюда. А нет, бренди. Не помню, как этот коньяк. Помню, как бутылка выглядит. Не помню, как коньяк называется. Все с коньяком люблю пить. Ну что, 9 баллов, это коньячок. Ну, это вернее, это бренди. Отходит на полочку. Следующий у меня на обзоре вот напиточек, да? Таврия ВС 3 зирки. Так, ну 5 литра, короче, ну. Даже, ну, я думаю, 40 оборотов. С 1889 года. Не буду это все почитать. Почитаю потом позже. Потом по вискарю я сильно не хочу выступать, но выступим. По водке так само. Некоторые водочки хочу попробовать, некоторые водочки я пробовал, некоторые не пробовал. Но мы займемся всем этим делом, как говорится. Здоровья мне на все хватит. Говорю, возьми. Отдыхаем красиво и все остальное. Ну что, мне вторую взял. Не знаю, какой по вкусу будет. Я пью последний раз такой коньяк. Последний раз в 2012 году. Не. Два раза в 2014 году пью. Мне не очень сильно понравился. Этот коньяк. Ну, надеюсь, он исправится. Цедр лимона очень сильно делает по вкусовым качествам. По сыру вообще, сыром вообще закусить невозможно, в принципе. Такие квадратики сажу. Захожу, колбаска жирная. Что, бахну еще сейчас лимашечку. По запаху очень хорош, очень хорош. На данный момент очень хороший коньячок. Ну, вернее, бренди. Ну, бренди и коньяк это тот же, сука, коньяк, только, блядь, только бренди называется. Там отличий практически нема никаких. Что давай? Наверочка. Ну что, ребята, кому понравился мой контент, ставьте пальцы вверх, пишите комменты. Я никогда никого не заставляю подписываться. Подписывайтесь от души на душевный канал. Я понимаю, что в моем канале много там минусов, много плюсов, кажется, каких-то. Но я обычный человек, рабочий и все остальное, который, кажется. Так что вот такие дела. Который просто что-то снимает, там, просто как я отдыхаю, как мне нравится жить, как я живу на протяжении. Это 12, может, даже больше, может. Ну, это 18 где-то. Что, ребятки, давайте. Всем спасибо, кто будет посмотреть это. Всем большого крепкого здоровья, успехов в жизни. И всего самого наилучшего. Давайте, ребятки, пальчик вверх.